Желаю всем добра и мыслей светлых. Пускай обиды прошлые уйдут. От них вы избавляйтесь незаметно. Простить и отпустить – нелегкий труд. Но каждым утром, рано на рассвете, попробуйте кого-нибудь простить за то, что солнце в небе ярко светит. Начните жизнь свою благодарить. Она ведь посылает вам уроки, чтоб стали вы отзывчивей, мудрей, а слышать лишь обидные упреки. То денег нет, то верных нет друзей. Вы жизнь свою за все благодарите, за то, что вы не знаете войны, за то, что у компьютера сидите, за то, что вы кому-нибудь нужны, за то, что есть у вас семья и дети, а если нет, просите у нее, она ведь не глуха и вам ответит, прощая вас за прежнее нытье. Хотите быть богатыми? Мечтайте. К вам деньги будут сами приходить. Хотите быть счастливыми? Дерзайте. Учитесь доверять, прощать, любить. Представьте жизнь свою без опасений, без страхов, без упреков и обид. Освободитесь от пустых сомнений. Увидите, что к счастью путь открыт. Оставьте ваше прошлое в покое. Оно ушло, обратно не вернуть. Задумайтесь сегодня над судьбою и начертите в мыслях светлый путь. Весь мир под одного не перестроить, но можно перестроить мир внутри. И лучше доверять, чем вечно спорить, и лучше отыскать, чем не найти. Вам жизнь дает бесценные советы того, что есть, могло бы и не быть. Представили? За каждый лучик света учитесь жизнь свою благодарить. Живое слово.